ориентировка. ОМВД России по Сергиево-Посадскому району разыскивается без вести пропавший Репин Дмитрий Алексеевич, 12.05.1970 года рождения. В конце февраля 2019 года ушел из дома 40 по Новоуглическому шоссе, город Сергиев-Посад, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы. На вид 45 лет. Рост 182 сантиметра, европейский тип внешности, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет, вязаная шапка серого цвета, куртка камуфляжная, светлые штаны, темно-коричневые ботинки. Особые приметы. Отсутствует большая часть зубов, татуировки на ноге, по всей поверхности спины рисунок. На левой кисти рисунок Иисус, на груди – женщина, на правом предплечье – викинг. Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить по телефонам дежурной части ОМВД 540 18 39 или 112.